Ну, мы приехали. Кто здесь вообще живет? Без понятия. Но адрес точно верный. Я за этим местом несколько дней наблюдаю. Хозяев нет. И мы на месте. Ух ты. Ну и домище. Ха. С чего начать-то? Начнем с того, что поищем вход. И устроим себе экскурсию. А тут есть сигналка? Я сказал, поищем вход, а не разобьем окно. Да. Как думаешь, сколько стоит такой особняк? Ответ на этот вопрос тебе обещаю. Что-то прохладно стало. Отдать куртку? Не-не-не, надо идти дальше. Ну, парадная дверь явно заперта. Ладно, давай с той стороны зайдем. Эй, Нейт, смотри, окно открыто. Точно. Так, иди за мной. Ну-ка, давай руку. Ну что, пошли? Давай, Нейт. О. Стрёмно. Да. Держи. У меня два. А мы какую-то конкретную комнату ищем? Короче, высматривай книги, дневники, документы и все в таком духе. Тут ничего. Не-а. Не, на чердаке их точно нет. В этих коробках только старое походное снаряжение. Спускаемся. И как нам их найти? Мамины на тетради? А ты не помнишь? У нее они все были в белых кожаных переплетах. Да помню я, но чердак-то огромный. Это ж как иголка в стоге сена.
Белый переплет. Я вроде нашел. Серьезно? Нет. Это не мамина. Но ты все равно молодец. Давай искать дальше. Слышь, Сэм, может, я сбрендил, но это похоже на вазу династии Мин. Нейт, кто в здравом уме оставит вазу династии Мин так просто на видном месте? Ну да, стопудово подделка. Ха, разумеется. Да? Да. Это был ваш дом? Эти коробки тебе ни о чем не напоминают? О наших вечных переездах. Точно. Папа еще говорил, зачем их распаковывать, все равно через месяц опять съезжать. Ага. Вот ведь скотина. Ну-ка, давай вместе. Готов? А это что? Ого, это саркофаги какие-то. Ага. Посмотри, да тут кругом эти гробы. Ну, саркофаги. Сэм, настоящие. Что это за место? Ну, надо узнать. А этот древнеримский. Третий, может, четвертый век. Эй, узнаешь? Я где-то такое уже видел. Лежачие фигуры. Работы этрусков. Да, точно. Да, муж и жена похороненные вместе. Жутковато. Но в то же время круто. Ага. Да, тут прямо как в музее. Может, у них и динозавры есть? Не удивлюсь. Вот еще один. Не-а. А здесь мы видим древнюю месопотамскую стиралку-сушилку. Я всегда был остряком. Всегда. Эй, Нейт, посмотри, ну-ка, кто я? А? Доктор Ливингстон, ну что ж ты? Клёво.
Эх, я б что хочешь отдал за такое приглашение. Куда поедем? А? Ну, куда бы ты хотел поехать больше всего? Кто, я? Ну, да. Так, ну. А ну-ка. Индия. Ага, посетим Тадж-Махал. Крутится, вертится. Советский Союз. Давай в Москву. С этим может быть проблемка. Глянуть бы на Красную площадь. Еще разок. Англия. Посмотреть бы Виндзорский замок. Да, Сэм? Эй, я же не виноват, что тебя тогда еще и на свете не было. Тем более я почти ничего не помню. Ну, замок как замок. Ага. Ладно. Последний раз. Бразилия. Вот это другое дело. В тропических лесах полно неизученных уголков. И неизученных племен с отравленными дротиками. Да, и это тоже. Эй, смотри! Жарко в нем. Это мы плодородие. Эй, ты не слишком ли юн, чтобы на такое смотреть? А ты не слишком ли стар для таких шуток? Возраст не помеха. Ух ты, стол такой же огромный, как те, что в приютской столовой. Тут еда наверняка получше. Хм, да любая будет получше. Класс! Тут наверняка крутые вечеринки закатывали. Судя по вещичкам, денег у них было предостаточно. Ага. Но последняя вечеринка явно была очень давно. Кремниевые ружья? Интересно, они еще стреляют? Ого, Лоуренс Аравийский. Всегда хотел посмотреть фильм. Рыцарский доспех. Французский вроде. Эй, может, не стоит фонариком прямо в окна-то светить? Гонг с драконом. Хм, откуда ты из Юго-Восточной Азии? Одна в походе. Ты посмотри. Компас.
Гномон. Только представь, ты один посреди моря. И эти инструменты — все, что отделяет тебя от гибели. Эй, тут у них твоя любимая книга. Правда? Какая? Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учиненных знаменитыми пиратами. Ха, скорее уж всеобщая выдуманная история. Даже автор не настоящий. Настоящий или нет, но похоже на первое издание. Ты серьезно? Вот так дом. Ну и ну. Ха, хочешь ее забрать? Ха, не. Она рассыпется в прах у меня в рюкзаке. Можно ее продать? Тогда тебе не придется работать. Давай на сегодня ограничимся тем, что и так наша собственность. Заперто. Может, дневники где-то там? Надо найти другой вход. Эй, вентиляция, смотри. Представляешь, каково это найти такой артефакт? Точно. Ха. Мы можем по Наверное, шахте пробраться. Плохо. Не мы, а ты. Что? Я туда не влезу. Ты справишься? А ты что? Типа сомневаешься? Ладно. Ну тогда дерзай. Ну, готов? Опа. Полароид. Дай-ка сюда. Походу, работает. Встань-ка ближе. Улыбочку. Не теряй. Только не грохнись.
Посмотри. О, нет. Вот. Так. Так, я залез. Можешь ли я прыгать? Сейчас. Кадеин. Куча таблеток. Отсюда тоже не открыть. Посмотри, может, там есть ключ? Нашел. Ну, что там? Никаких дневников. Ладно, осталась последняя запертая дверь. Пошли. Ого. Море дневников. Ну, поищем. Не-а. Сэм, нашел что-нибудь? Вот они. Райские богатства? Ого! Генри Эвери! Захват Ганки Савая! О! Что это у тебя? Этого я не видел. Да, я тоже. Но... это определенно мамин почерк. Поднимите руки. Медленно. Эй-эй-эй, это ни к чему. Что у него там? Цельтесь в меня, пожалуйста. Дай мне дневник. Ладно, ладно. Ладно.
Прости, Нейт. Что теперь? Теперь мы ждем полицию. Слушайте, ну зачем вам этот геморрой? Стоп. Ну, то есть, но вам надо портить жизнь двум пацанам? Мне бы не хотелось в тебя стрелять. Да ладно, мы же ничего вам не сделали. Мы все должны отвечать за свои поступки. М? Хоть его отпустите. Я хотел показать ему мамины вещи. И все, он ни в чем не виноват. Что? Я говорю, это моя затея. Нет. Мамины вещи? Ну да. Вот это... мамин дневник. Вы дети Кассандры Морган. Здрасте. Господи. Чуть вас не убила. И еще не поздно. Может, пушку уберете? Вы знали маму? Она у меня работала. Как вы, конечно, заметили, я кое-что коллекционирую. Ха, нифига себе всякое. Мама была у вас переводчицей? Ваша мама была таким историком, каких еще поискать. Мы столько могли сделать вместе. Но ее болезнь... Простите. Да, ничего. Это было давно. Из всех ее открытий... это могло стать величайшим. Sic parvis magna. Великое начинается с малого. Девиз Фрэнсиса Дрейка. Наши обычные застольные темы. Латынь и история. Мы были странной семейкой. А вы в курсе ее теорий про наследников Фрэнсиса Дрейка? Не было у него наследников. Да. Ага. Это если судить по архивам. Но мы с вашей мамой думали иначе. От мечты узнать тайны этого пирата мне тоже придется отказаться. Как и от многого другого. Извините. Старушечья болтовня. Вот. Это не только мое, но и ваше. Кто знает, может, однажды вы закончите то, что она начала. Вот черт! Значит, вы сдавать нас не будете? С копами я разберусь. А вы сами вошли? Значит, сможете сами и выйти. М? Да. Ну-ка. Спасибо. Вы извините нас. Все, давай, Нейт. Пошли. Вам плохо? Господи. Нет, 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 нет. Эй! 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 Сэм? Мэм? О, черт! Что у вас? Все, надо валим. Что-то сделать. Да, надо ноги уносить. Нельзя ее так бросать. Ей уже ничем не поможешь. Давай, надо бежать, если копы увидят нас тут с ней. Мэм? Нейт! Надо бежать! Быстро!
Окно! Окно, быстро! Так, ты пойдешь наверх. Ты со мной. Подожди. Черт! Тихо! Изнутри никаких вестей. Но внимание, пускай мы назад. Сэм! Я держу! Прыгай! По трубе! Давай! Иду. Главные ворота, ясно? Потихоньку. Хорошо. Эй, Петр, ты живой? Эй, там, не двигаться! Бегом! Сюда, оторвемся! Это офицер Мёрфи. Вижу на крыше твоих подозреваемых. Стоять на месте! Руки на голову! А ну, стоять! Беги сюда! Давай, давай! Попал, стой! Ну, скорей! Да не помогу! Уже вызвал! Последнее предупреждение! На землю! Руки за голову! Попался! Вот черт! Держишься? Ну, вроде все. Давай передохнем немного. Да? Ну и ночка. О, да. А она... Так, слушай меня. Мы ни в чем не виноваты. Эта старуха была... Короче... Больна. А ты можешь жалеть ее, но не вздумай себя винить. А что теперь будет? Я не могу вернуться в приют. А ты на работу. И не надо. Ну-ну. Нет, я серьезно. Мы с тобой свалим отсюда как можно дальше. Ага, копы нас быстро поймают. Ну, им-то нужны Натан и Сэмюэл Морган. Ну да, мы. А если нет? Нейт, там, в доме, ты знал обо всех этих вещах не меньше, чем их хозяйка. Так, я всегда знал, что нас с тобой ждет что-то великое. Но прежде не знал, что именно. Но это
мамино незаконченное дело. Это наш шанс начать жизнь заново, под новыми именами. Я тебя не понимаю. У меня есть контакты. Организуют нам новые документы. А что касается фамилии... Мама думала, у Дрейка были наследники. А почему бы и нет? Ты ведь сейчас не шутишь? Нейт, это наша судьба. И я обещаю, ты и я вместе далеко пойдем. Что скажешь? Натан Дрейк. После этого все изменилось. Мы с ним стали искателями, первооткрывателями. Ну, короче, ворами. Ай! Ты давай не дергайся. Это было время, когда мы то и дело попадали в тюрьму, если не по очереди, то вместе. И когда я его потерял, ну, или думал, что потерял. Ты не хотел лишний раз его вспоминать. Ну, вроде того. Вот и все. Теперь ты все знаешь. Ну, я сомневаюсь, что прямо уж все. Но... это много. И что ты об этом думаешь? Я думаю, повезло тебе, что я вовремя тебя нашла. Да. Хорошо, что хоть руки-ноги у тебя целы. Вот был бы геморрой тебя отсюда вытаскивать. А как ты меня нашла? Ой, да легко, я просто пошла на звук выстрелов. Нет, как ты сюда попала? А, конечно. Прием, Салли. Привет, крошка. Как он там? Ну, побитый, конечно, но ничего, живой, даже дееспособный. Теперь остается спасти второго Дрейка. В смысле? Нейт расскажет. Привет. Ты все-таки с нами? Ну, еще бы. Что там с Сэмом? Он у Рейфа. Черт. Ты знаешь, где они? Да, ушли на северную сторону острова. Поищи там местечко, где можно сесть. Когда вытащим Сэма, удирать придется очень быстро. Понял. Эй, а сокровища? Забудь. Черт с ним. Но Алькасар... Нет, Алькасар нам не угрожает. Сэм наврал. Стоп, то есть его долг... побег? Да, Сэм все придумал. У меня милый брат. Короче, все подробности потом, ладно? Жду с нетерпением. Вы там поосторожней. Как всегда. Меняемся. Спасибо. Ага. Я в смысле... спасибо, что спасла меня. Опять. В этот раз могла не спасти. Ты права. Пошли. Транспорт есть. Значит, мы направляемся на север.